ребята, убедитесь, пожалуйста, то, что под этим видосиком кнопка подписки не красная, а серая. Это значит то, что вы подписаны на мой канал. Только самые крутые ребята подписаны на мой канал. Поэтому подписывайся, дружище, обязательно, если ты еще не подписан. Привет-привет, друзья! С вами я, Кекс, мультипульсим вкусняшка мороженок, и сегодня новое приключение аниматроников. Я поиграю за школьницу Той Чику и Леди Баг. Итак, друзья, смотрите, произошло убийство, да, убийство Фредди, Фантайм Фредди, и школьница Чика будет расследовать. Итак, смотрите, друзья, мы с помощью камер наблюдения узнали, что это сделал Cartoon Cat. И мы выяснили, в каком районе это произошло. Итак, мы сейчас отправляемся со школьницей Чикой и Леди Баг, друзья, в этот район, в злосчастный район, где, по нашим сведениям, должен обитать этот пресловутый Cartoon Cat. Друзья, кому нравятся всякие такие мистические видосики, прямо сейчас поставьте лайк, чтобы мы поймали этого Cartoon Cat, да, друзья? Поставили лайк, красавчики, я вас просто обожаю. И подпишитесь на мой канал обязательно. Итак, мы приехали, друзья. Мы приехали в этот район, где произошло убийство Фантайм Фредди. И сейчас мы попробуем поймать этого Cartoon Cat. Так, спокойно. Так, мы вооружены, отлично. Так, Леди Баг. Внимание, не отходи, Леди Баг, не отходи. Да, хорошо. Отлично. Так, друзья, погнали. Будем действовать осторожно. Надеюсь, у нас получится, друзья. Главное, тишина. Походу, он обитает где-то здесь. Так, Леди Баг, не отставай. Блин, пока что никого нет. Покамись никого, друзья. Я думаю, у нас получится. Сейчас мы полностью обойдем этот район. И я думаю, мы поймаем этого Cartoon Cat'а. Так, Леди Баг, да не отходи ты! Капец. Тут же можно потеряться, блин. Еще Cartoon Cat выскочит. О, блин, побежал! Видали? Блин! Офигеть! Капец. Капец, нету его. Он побежал туда. Блин, жесть. Вы видели, друзья? Побежали быстрее туда, побежали. Капец. Где он? Блин, его нет. Куда он делся? Сейчас, друзья, фонарь возьму. Мне кажется, фонарик светит лучше, чем вот это ружье. Да, точно. Блин, куда он делся? Куда он мог побежать, друзья? Так, а ну сейчас я все посмотрю. Так, здесь люди стоят. Здесь люди стоят. Нет, сюда он точно не мог побежать. Блин, куда же он делся? Он туда в арку, может, побежал? Точно, друзья, он, наверное, сюда в арку побежал. Сейчас мы его поймаем. Блин, нифига себе. Какой подлый. Так. Капец, нету его. Так. Леди Баг, ты хоть там не отстаешь? Леди Баг. Леди Баг, где она? Капец, да куда она уже делась? Леди Баг. Блин! Вы слышали? Мне кажется, Леди Баг кричала. Ребят, вы слышали? Капец! Точно, Леди Баг кричала. Где? Ну где ее носит? Капец! Леди Баг! Леди Баг!
Блин! Ребята! Блин, мы не успели! Капец! 100% это Cartoon Cat, друзья. Леди Баг убили! Это Cartoon Cat, точно! Это Cartoon Cat! А ну выходи! Блин, где он? Друзья, он где-то здесь. Я чувствую, он где-то здесь. Он прячется. Офигеть! Сейчас, друзья, сейчас мы должны его найти. Мы должны его найти за Леди Баг. Так. Блин. А ну-ка. А-а-а! Вот он! Вот он! Получи! Вот тебе! На! Получил, котяра! Вот тебе! Вот тебе! Есть! Есть! Замочили! Друзья, есть, я вроде попал. Офигеть. Попался. Вот тебе. Офигеть. Куда он делся? Офигеть. Как такое может быть? Друзья, я не понимаю, что происходит. Блин, мы же загасили его. Куда он делся? Нифига себе. Друзья, что-то происходит здесь неладное. Что-то неладное здесь происходит. Куда он делся? Блин. Вон он бежит. Так, сейчас, друзья, сейчас. На. Получи. Получи. Есть. Попал. Попал. Молодец, Чика. Молодец. Есть. На. Отлично. Ну все, теперь не уйдешь. Теперь не уйдешь. Есть! Отлично! Это тебе за Леди Баг. Получил, котяра? Офигеть! Жесть! А! Да как? Куда он делся? Друзья, это жесть. Здесь происходит какая-то чертовщина. Блин, надо сваливать. Друзья, честно, вы, конечно, извините, но я два раза уже загасил этого кота, и он куда-то пропал. Офигеть, да, друзья. Если вам нравятся такие мистические ролики, друзья, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, напишите обязательно крутой комментарий, да, если хотите, конечно, попасть ко мне в видео. И пишите, друзья, еще, пишите мне истории, какие бы вы хотели, чтобы я снял. Пишите мне маленькие свои истории, ваш сюжет, и я буду снимать ролики по вашему сюжету. Кого еще добавить к моим аниматроникам в видосы, друзья, пишите обязательно. Может быть, Cartoon Dog, может еще Cartoon Cat. Пишите, какие монстры ваши любимые. Ну что, друзья, я буду с вами прощаться. С вами был я, Кекс Мультипульти. Очень рад, что вы досмотрели этот ролик до конца, я надеюсь. А кто хочет, друзья, попасть ко мне в видосик, это очень просто сделать. Вам нужно взять и написать хотя бы 5 комментариев под моим видео. Если вы напишите 5 комментариев под моим видео, я один из них выберу, рандомно выберу, и вы автоматически попадете ко мне в видео, как вот эти вот ребята. Я поздравляю этих ребят, я их поздравляю постоянно, потому что они пишут комментарии, постоянно пишут, а следовательно, постоянно попадают ко мне в видосик. Если ты хочешь попасть ко мне в видео, просто напиши комментарий. Написал комментарий, попал ко мне в видео. Все, друзья, обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, со своими папами, со своими мамами, со своими бабушками и дедушками. Делитесь этим комментарием, этим видосом в комментариях. Пишите комментарии, в соцсетях делитесь, да, друзья? Ну все, друзья, я рад был вас видеть. Все, с вами был я, Кекс Мультипульти. Всем счастливо, всем покедова!